Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет по 23 предметам, в которых примут участие более 1800 человек. Сегодня и завтра ребята решат задания по французскому языку. Победители и призеры муниципального и регионального этапов вступят в интеллектуальные состязания за право представлять республику на заключительном этапе. Победа на уровне России даст возможность школьникам поступить в вузы без вступительных испытаний по профильному предмету.